Сергей Морозов провел встречу с лидерами профсоюзной организации ветеранами НИАРа. Тема обсуждения – увековечивание памяти ученого, бывшего руководителя ГНЦ НИАР и государственного деятеля Валентина Иванова. Я считаю, что его именем могла быть названа одна из новых улиц, которых мы достаточно много строим с вами сегодня в Димитровграде, там, в соцгороде. Сергей Морозов предложил установить памятную доску на доме, где жил Валентин Иванов, а также учредить стипендию или премию его имени.